Здравствуйте, присаживайтесь, пожалуйста. Рефилин на ми. Как прошла игра? Ну как, мы с Бош сыграли в группе 2-2 и сыграли сегодня 2-2, а пенальти это лотерея, ну нам опять повезло чуть больше, видимо. Почему после 5 ударов, удачных, неудачных, 23-й номер у вас исполнил пенальти? Ну, на самом деле у нас не первая серия пенальти. Вот, поэтому товарищ в себе уверен, и я в нем уверен, поэтому... То есть он штатный пенальтист? Ну, можно и так сказать, у него и стальные нервы, поэтому я думаю, что он не подведет. Как будете готовиться к полуфиналу? Как будем готовиться? Ну, посмотрим, наверное, игру сегодняшнего соперника, там, насколько мы знаем, там у них появились там новые игроки, мы посмотрим, оценим. Ну, готовиться, как всегда, во многом будет еще зависеть от того, какой будет состав у нас, какой... Ну, надеюсь, все получится. Я тоже надеюсь. Спасибо.